Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой, Гена говорит: Чебурашка, милый, ты знаешь, я что-то мотался, весь день мотался, сегодня мне так жарко, поэтому я пойду в ванную быстренько, вот приму душу, ты здесь посиди пока чуть-чуть, а потом вернемся и с тобой косячок распорим. Только смотри, падла, не кури только его, потому что я тебя знаю, ты же любишь. Нет, Гена, спокойно иди, спокойно в ванну, все нормально. Все, Гена уходит в ванну, Чебурашка нажимает на один канал, зачем Гена сейчас придет? Сейчас надо набивать, сейчас какой-нибудь Беломорье набрать. У меня на роже же к зеркалу подходит. Ой, блядь, на роже все написано, пиздец, какой, все, сейчас догадаюсь. Тут голос из ванной: Чебурашка, привези мне полотенце. Блядь, полотенце, ёпта. Полотенце, значит, полотенце, что нужно делать? Нужно встать, сейчас пойти в спальню, открыть шкаф, достать полотенце, закрыть шкаф и прийти в ванну. Значит, нужно что-то сказать обязательно, а потом догадайте. Так, надо сказать. Геннадий. Я не почему Геннадий, Гена, ты меня просил принести полотенце, вот я пошел в спальню, блядь, долго это, Чебурашка, ну где полотенце, блядь, полотенце, заходит в спальню. Полотенце. Открываю шкаф, значит, беру полотенце, закрываю шкаф, прихожу в ванну и говорю: Гена, помнишь, ты просил меня принять, блядь, долго, он догадается, пану догадается, надо сказать: Гена, вот то самое полотенце, которое... Почему самое? Гена, когда ты мне сказал принести... Я Нет. Блядь, надо сказать проще, как-то просто. Надо сказать... Гена, вот твое полотенце. Вот. Нет, надо не так сказать, надо еще просто сказать: Гена, возьми. Нет, не возьми. Надо сказать: Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на. Гена, на.